Меня зовут Королева Мистики, а это значит, что сейчас будет очень страшно, потому что сегодня мы будем сжигать на костре проклятую игрушку Барбоскины Экзе. А перед началом, друзья, три ваших самых топовых комментария в моем видео. Раз, два и три. Если ты тоже хочешь попасть в мое видео прямо сейчас, спускайся ниже в комменты и пиши. Чем больше комментариев ты напишешь, тем выше вероятность того, что ты попадешь в мое видео. Вы знаете, что Барбоскины Экзе — это настолько страшные собачки. Это не те герои вашего любимого нашумевшего мультфильма про добреньких и хорошеньких сестричек и братиков, папу и маму. Нет. Запретная серия Барбоскины Экзе, вы ее скорее всего уже видели. Это самые злые собаки, ну не считая собаки-зомби, на планете Мистики. Сегодня мы избавимся от одной проклятой игрушки, которую я заказала на сайте Darknet и разрезала. Это будет Розочка Экзе из семьи Барбоскины. Для того, чтобы нам провести обряд сожжения, нам необходимо вновь призвать Экзи-душу, эту страшную душу, и мы сегодня опять же обратимся к нашему старцу, потому что, друзья, в предыдущем видео, то есть вчера, ребята, мы сжигали медведя из Маши Медведь Экзе. Это было жутко эпично и криптово. И, друзья, это достойно того, чтобы вы после просмотра этого видео отправились и посмотрели, как сгорел Медведь Экзе из запретной серии Маша Медведь. Нам будет помогать этот старец, друзья. Эту статуэтку я тоже заказала на одном из мистических сайтов, где продается атрибутика, которая необходима для проведения таинств и обрядов. В данном случае мы будем избавляться от Экзе души, и мы будем полностью снимать порчу и вуду магию с проклятой куклы Розочки из семейства Барбоскиных. Для этого прямо сейчас мы зажигаем одну свечу, одну, как символ последней смерти. И если Экзе душа покинет этот мир, свеча погаснет. Мы прибегнем к помощи нашей доски для вызова духов. Вы все ее знаете, этой доске уже очень-очень много лет, и она не раз помогала мне призывать духов, и духи при помощи нее общались со мной. Хотите верьте, хотите нет, иногда бывает очень жутко, что я чувствую ощущение призраков на своем теле, и это очень страшно, ребята. Сегодня мы избавимся от одной из таких проклятых игрушек, а именно от Розочки Экзе. Погнали. Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух, покинь покой. Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух, покинь покой. Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух, покинь покой. Экзе душа, призраки, духи, кто-нибудь, ответьте мне, кто-нибудь есть? Экзе душа, призраки, духи, из потустороннего мира кто-нибудь здесь есть? Ответьте мне. Да. Хорошо. Друзья, после того, как я призвала Экзе душу, сожгу ее. И как в предыдущем видео, скорее всего, мне придется похоронить останки того, что останется после сожжения, а именно скелет или прах. Может остаться все, что угодно. После того, как я сожгу экзоигрушку, нам необходимо попрощаться. В предыдущем видео я этого не сделала. И, к сожалению, останки экзоигрушки забрала проклятая Маша. В общем, я не буду сейчас все это соединять в одно, потому что вы должны разобраться в этом сами, посмотрев предыдущее видео. А сейчас, прямо сейчас, мы отправимся делать обряд по сожжению с одной из семьи Барбоскиных — Розочки Экзе. Поехали! Итак, ребята, костер уже готов принять свою жертву. Сегодня будет необычный обряд, потому что каждой конкретной проклятой игрушке необходим свой
подход. Поэтому перед каждым обрядом я обязательно советуюсь с людьми, которые неоднократно проводили обряды по изгнанию душ, какие-то спиритические сеансы проводили, сеансы экзорцизма и так далее. Друзья, сегодня мы будем избавляться, и именно в этом горшке находится проклятая игрушка Барбоскины Экзе. Она находится в спичанном чане, чтобы не выбраться, чтобы не пропасть или все что угодно. Он, друзья, железный, поэтому выбраться оттуда ей сложно, и магия не может выбраться на волю. Сейчас мы достанем, и я вам покажу, что это действительно та проклятая игрушка, которую мы разрезали в одном из моих видео. Если вы не видели это видео, прямо сейчас здесь появится ссылка на видео, где я разрезала Лизу из Барбоскиных, друзья. Стоп. Она розочка. Она не розочка, она Лиза. А мы сказали розочка. Да хуй с ней. Ну да. Прямо сейчас, друзья, на экране появится... Господи, я только сейчас поняла. Ребята, это же не розочка, а Лиза. Ее зовут Лиза. Блин, я надеюсь, что все получится. И я просто не знаю, почему я перепутала имя, друзья. Главное, что сейчас я вспомнила, что действительно эту Барбоскину зовут Лиза, а не розочка. Блин, а вдруг теперь не получится обряд сожжения? Ребят, я действительно сделала это не специально. Я была уверена, что ее зовут розочка, а ее зовут Лиза. Ладно, ребята, но сдавать назад нельзя. Мы уже приняли решение. И Экзи душа пришла, она нам ответила. Теперь мы будем сжигать Лизу. Специальный обряд для сожжения Барбоскиных. Для этого нам необходима цепь, на которых обычно держат собак. Обычно собак держат на цепях поменьше. Но Лиза Экзе — это необычная Барбоскина. Это очень злая и хищная собака. Поэтому я обмотаю ее этой цепью для того, чтобы бросить ее в костер, друзья, чтобы она не выбралась в процессе горения. Теперь я положу ее обратно в чан. Необходимо одеть специальную маску, заказанную тоже на специальном мистическом сайте, чтобы духи не испугались и приняли меня за свою. Обычно, если вы видели какие-то культовые фильмы или сериалы, обычно, когда проводятся обряды, есть такое, что люди надевают специальные маски. И сегодня это маска черепа, друзья. Сегодня я буду проводить обряд в этой маске. Так, отлично. Теперь мне осталось прочитать заклинание из книги «Ведьм», друзья. Вы все помните эту старинную книгу. Я уже ее показывала. Это пентаграмма. И здесь написано книга «Ведьм». В общем, друзья, и здесь заклинания, которые помогут избавиться от вуду магии. Так, где-то была здесь. Вот она. Силы неба, разверзнитесь, откройте путь, пустите сюда потусторонний мир и закройте его во веки вечные. Пусть он исчезнет, растворится, душа Экзи пусть убьется, уничтожится и отправится в свой потусторонний мир навеки вечные. Итак, друзья, заклинание произнесено. Мы прямо сейчас берем Лизу Экзе из Барбоскина, из запретной серии, и ведем ее к обряду. Ай, Саманто, Эрбенто Монте, Эскерперибо, Эро, Эндигош, Карабанда, Эйком, Тюрбенто, Эндиголаста, Портенто, Шона, Эскарданда. Ребята, мы...
Вы слышите этот звук? Просто посмотрите, что происходит с Лизой Экзе. Вы слышите? Вы слышите этот жуткий писк? Господи! Это последний звук Лизы Экзе из Барбоскины. Она плачет. Тише, тише, Господи, как она расплавляется. Черт! Я больше не могу слышать это. Все, это конец. Посмотрите, она горит синим пламенем. Это был звук Экзе души, проклятой души. Она обязана сгореть до конца. Но я уже уверена, что Экзе душа этой Барбоскиной Лизы из Барбоскиных Экзе уже мертва, ребята. Но для завершения обряда нам необходимо похоронить останки. Но что же осталось? Какие останки остались? Я вижу, что она уже прогорела до конца. Теперь нам нужно достать из этого огненного пламя то, что осталось от Лизы Экзе, друзья. Так, ребята, это цепь, которой была обмотана Лиза Экзе. Оставим ее здесь. О, Господи, что это? Жесть, ребята, это останки Лиза Экзе, посмотрите, осталось даже ожерелье, и ее руки обгорели. Теперь мы положим эти останки в наш гроб. Вот черт, ее ноги полностью, видимо, сгорели. Осталось только тело, туловище и руки. Это выглядит жутко, ребята, на самом деле. Но остался лишь этот скелет от Барбоскиных Экзе. Точно больше ничего нет. По-моему, больше ничего нет. Сегодня я не могу потушить костер, потому что я решила избавиться сразу от двух экзе-игрушек, проклятых Барбоскиных, и следующим видео, то есть завтра, мы будем сжигать Барбоскина экзе. Давайте прямо сейчас соберем на этом видео 5000 лайков, друзья. Я в вас верю. А мы отправляемся и закопаем в этот раз. Нам нельзя допустить, чтобы скелет покинули из гроба. После захоронения этого маленького гроба мы проверим, погасла ли свеча и избавились мы от проклятия Лизы Барбоскиной. Погнали! Итак, ребята, захоронение будет проводиться на старом месте. Там, где мы и закапывали вместе с вами медведя Экзе. Но смысл в том, что я вдруг почувствовала что-то странное, и в меня вселилась Маша Экзи, после чего я поняла, что останки она забрала себе. Я думаю, что в этом нет ничего страшного, потому что уже Экзе-душа отправлена в потусторонний мир до того момента, пока мы не призовем ее снова и не закажем новую игрушку. Я надеюсь, что мы больше этого делать не будем, потому что это действительно страшно. Мы зашли в лес, ребята. Здесь просто гробовая тишина. Просто мертвая тишина. Вы не представляете, как страшно в лесу ночью. Особенно в лесу, на месте которого раньше было древнейшее кладбище. И я неоднократно это говорила вам. Не ходите, дети, в лес по ночам гулять. Осторожные дети, можете встретить кого-нибудь опять. Это очень страшная история. Кстати говоря, друзья, я рассказываю очень страшные истории на своем втором канале, который называется «Ирина Страшилки». И если вы хотите, то прямо сейчас переходите и подписывайтесь на канал, который называется «Ирина Страшилки». Кто здесь? Друзья, я уже ничего не боюсь, потому что я думаю, что семья Барбоскиных где-то рядом. Их экзе-души знают, что одну из них, особенно любимицу Лизу, прямо сейчас я буду хоронить. Понимаете, в чем дело? Они могут прийти ей на помощь. Ладно. Земля, прими Барбоскину экзи. Земля, прими Барбоскину экзи. Земля, прими Барбоскину экзи. Сегодня я оставляю тебя здесь. Проклятие снимется. Проклятие снимется. И никто не помешает мне
здесь. Совсем не знаешь, какие мы. Ты совсем не знаешь нас. Ты не знаешь, мы все перепутали. Ирина, что произошло? Черт, мы что-то сделали не так. Черт, да почему же не может получиться уже второй раз? Что мы перепутали? Блин. Нет, 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 пожалуйста, будь там. Пожалуйста, будь там. Я прошу тебя, пожалуйста. Нет. Нет, черт, ребята. Что мы сделали не так? Возможно, я перепутала имена Барбоскина. Я чувствую, что что-то не так. Как же звали эту проклятую Барбоскину? Господи, Лиза или Розочка, или как-то по-другому. Если ты знаешь, прямо сейчас пиши в комментариях, а я буду разбираться в этом, потому что в следующем видео я надеюсь, что я буду сжигать дружка, а не какого-то другого. Что-то я перепутала. Что-то пошло не так. Всем пока.